Я Птушко Инна, риэлтор агентства недвижимости ТВДом. В настоящий момент рассматриваю варианты покупки частного дома в районе Слободки для молодой семьи. Они хотят удобный дом с тремя и более комнатами на небольшом участке земли. Бюджет 40 тысяч. Покупка срочная. Предлагайте варианты. Ребята ждут пополнения в семье и мечтают обосноваться в новом доме к моменту появления малыша. Если вы давно хотели продать свой дом, у меня есть реальный покупатель.